лодочки. Вас привезут на остров, потом вот на такой маленькой перевезут на берег. И вот от этого места, где сгорают между дайвами наши дайверы, вы с пляжа заходите непосредственно в резорт. Он же дайв-центр. Дайв-центр Evolution. Впереди вы видите там за гамаком, это бар и ресторан. Здесь чилаут, качельки. Это ресепшн. Вот здесь мы готовим снарягу утром. Вот как раз стоят ящики наших дайверов, готовятся ко второму дайву. Вот это вот небольшой домик, это классрум. Здесь занятия проводятся. Компрессорная. Здесь у нас сторож, где хранится снаряжение. Туалеты. И вот впереди, среди зелени, видно, собственно, корпус самого отеля. Да, тут не все номера имеют кондиционеры, поэтому если вы будете бронироваться самостоятельно, ребят, учитывайте, что самые дешевые номера, в них нет ничего. Ни кондиционера, там только вентилятор. Ни телевизоров, ни чайников, ничего. Вот эта карта дайв-сайтов на острове. Тут 22 места для погружения. В принципе, вы можете запланировать свой день. То, что не день. Вы можете запланировать всю свою поездку. То есть 22 места – это достаточно много. За неделю точно не обныряете. Вы думали, мы сюда нырять приехали, да? Валяться сюда приехали, в гамаках. Мы перевернемся, нет, вокруг. Решили сходить в деревню пообедать. Вон Танюха уже бежит. Сейчас покажем вам дорогу, как туда идти, чем так кормят, что сколько стоит. Думаю, будет интересно. У нас вот здесь вот обилие животных. Вчера вечером шли здесь десяток собак, кошек, все вместе едят. Это опять боевые петухи. Вот сразу атаковать. Да ты чё? Сука, это очень опасно. Про местную деревню, которая вся ушла на петушиные бои. Вот главный по деревне ходит, по площади, его охраняет его верная собака. Ну, правильно, копай, там нефть найдешь сейчас. Что-то происходит, петушиные бои, вход для иностранцев 50 песо, для местных там, по-моему, 30. Ну, как видите, народище, просто, блин, вся деревня здесь, вся деревня, практически все. Ну и туристы. Из тех петухов, которые проиграли схватки, делают вот такие метелки. Сколько? 100? 100 песо. 100 песо всего. 130 рублей, прикольно. Вот мы пришли
на центральный рынок. Вот это столовка, где мы идем. Вот здесь локалы сейчас тусуются, кто не работает в это время. Ну, овощи, фрукты. Всякие закуски всякие, рыба, тунец, еще. Курица всевозможные. Даже не знаю, как многое называется. Рисовая лапша, спрингроллы. Вот. И плюс еще у ребят тут гриль. Вот там бывает, что готовят целого поросенка. Можно кусками брать. И вот там свежие морепродукты, которые надо заказывать на гриле. Сейчас подойду поближе. Вот свининка, курица, тунец, сквид, да, кальмары, крабы. Тюна. Тюна. Стейк оф тюна. How much tuna? 200. 200 for. Вот разная рыба, видите? То, что плавает, то и едят. And how much for pork chop? 80. Отбивная 80 стоит. Сейчас попробую вам цены снять на еду. Фреши, закуски, бургеры. Это лапша, это рис, это супы. Все. Пришли, блин, 6:30 и с трудом уже нашли столик вот в этом кафе. Оно нам больше всех нравится, оно такое самое популярное. И на самом деле у них самый-самый большой выбор. О, кальмарчиков свежих, креветок подвезли, кукурузка. Вау, гриль. Сейчас, сейчас. Так. О, Катя там какого-то карася выбрала. Что? Какой-то коралловый гад. How it's called? Parrotfish. Parrotfish? It's not parrot. No. It's the same like a parrot because of the... It's the same color, but it's not parrot. Maybe it's eagle fish. Eagle. Вот эта вот бутылочка рома стоит 60 песо. 0,35. Умножили на 1,3. Получили в рублях. Офигенный ром. Продается напротив. Паша взял у нас спрингроллы и какую-то, блин, хрень. Походу, да, морские водоросли. Наверное, целых 30 песо заплатит. Шкварчит свининка. Понюхай. Она пахнет. Свиньей пахнет. Свиньей. Мы тут ждем стейк из тунца и кальмар фаршированный овощами. Вкуснятина, вон у Кати креветки. Вообще. И все это под ром. Давайте. Куда? Стой, подожди. На, вот, да, вот. Вкусный тунец. На кальмар. Это гурман, батенька, у нас. Гуляем по острову по туристической части. Тут мы вам только деревню показывали. Тут разные отельчики. Полиция, которая нас бережет. Практически около каждого отеля стоит полицейский. Собачьи бои.
покупаем свои нерчики. Танюха рыбу нашла. Кошелек рыба. Не рыба, это селедка. Селедка, да. Стоит 100 песо. 130 рублей. And what's the price for massage? Yeah. So we have Swedish massage, sir. And it's your partner. Swedish massage with oil is 450, and aloe vera massage is 500. Oh. Me is hello. Thank you. You're welcome. Ой, чей-то ужин хрюкает. Думаю, что не наш. Что, местное население живет не только туризмом, но и рыболовством. Рыбацкие лодочки стоят, куча рыбацких лодочек. Ну, ребята лодки строят. Здесь вот сушится улов. То, что мы ловили за день, сразу же сушат. Я думаю, даже без соли. Высохнет вот так. Кто-то отдыхает, а кто-то работает. Закрытая. Хорошо пошел? Не знаю, давай еще один. Вот наступил наш предпоследний день на острове. Завтра в 8 утра мы уже стартуем в Себу. Значит, последний? Ну, можно сказать, да. Последний полный день. Так вот, пейзажики местные вам показываем, потому что скоро кто-то поедет в заснеженный Ульяновск, Тольятти, а мы в наш Шарм-эль-Шейх, где будет столько же солнышка, но не будет столько зелени. Ну что, вернемся в Египет, продолжим нырять. Будем вас ждать в гости. Технические курсы тоже у нас на апрель запланированы есть уже. Вот. Ну и просто понырять, естественно, приезжайте.